Ну что ж, дорогие подписчики, всех приветствую на своем канале, у микрофона, как всегда, Рамзес. Возвращаемся в нашу любимую КС-очку и сегодня продолжаем играть на чудесном серф-сервачке под названием «Элитный полет». Многие просили, чтобы я поиграл вообще на серф-сервачке, потому что давным-давно не было видосиков по такому проекту. Поэтому, ребят, сегодня все специально для вас, решил зайти, поиграть, поснимать перед началом ролика. Обязательно влепите лайкосик, подпишитесь на канал, кто еще не подписан, и, конечно же, нажмите на колокольчик, чтобы не пропускать новых крутых видеороликов. Ребята, многие спрашивают у меня, где зарабатывают деньги на привилегии. Я играю на покердоме, потому что тут всегда куча бонусов, турниры с хорошими гарантиями, адекватная служба поддержки. Именно здесь вас ждут множество мини-игр и многое другое. Регистрируйтесь по моей ссылочке в комментариях и получайте свои бонусы. Также, дорогие подписчики, пишите свои комментарии, и чьи комментарии к следующему видеоролику останутся без ответа и лайка, те получат от меня по 100 рублей на Киви, Яндекс или Вебмани. Вот как вот эти вот три победителя у вас сейчас появились на экране, они к прошлому, под прошлым видеороликом остались без ответа и лайка их комментарии, и они получают по 100 рублей на Киви, Яндекс или Вебмани. Поэтому, ребят, пишите сколько угодно комментариев, главное, чтобы они остались неотвеченными другими пользователями. В принципе, я думаю, все понятно. Также, ребят, чем больше лайков, тем больше победителей. Каждые 100 лайков равны под этим видеороликом равны одному победителю. То есть, если это видео набирает, к примеру, 200 лайков, будет 2 победителя, которые получат по 100 рублей. Если это видео наберет, к примеру, 600 лайков, следовательно, 6 победителей. Поэтому, ребят, все, как всегда, зависит от вас, поэтому дерзайте. Но мы, в принципе, начинаем. Посмотрим сейчас менюшку привилегий. Вообще, давайте с самого начала все начнем. Магазин жизни здесь идет. Сможете покупать за денежку плюс ХП себе. Вот, к примеру, за 16 тысяч можем купить плюс 160 хп себе. Это очень здорово. Также джетпак сможете купить, магические линии ставить. Так, то есть, к примеру, выключить можем. Вот, опа, а где у нас магическая линия? Так, менюшка сервачка на буквочку N, ребят. Получается магическая линия. Сменить цвет. Ух ты, меня сейчас завалит, я так понимаю, да? Все, меня завалили, к сожалению. Буквы, тут вот мутации, дота, цепи. Давайте поставим доту, не знаю. Почему хочется мне под доты посмотреть, как это будет выглядеть, в принципе. И посмотрим сейчас на нашу вот эту линию. Так, а почему ее нету, братишки? Так, мутация, к примеру. Вот, мутация есть, все отлично. А дота, где магическая линия? Так, вот, дота есть тоже. Ну, давайте лучше мутацию включим. Она более красивее выглядит, вот так, и поиграем с ней. Обнулить счет можем, далее голосовать за смену карты, то есть это РТВ. Цены на привилегии можете поставить, братишки, на паузу посмотреть. Кого заинтересует какая-либо привилегия, сможете зайти на сайт и, в принципе, уже купить какую-либо привилегию, если понравишься. Поэтому заходите, играйте, конечно же, кто хочет, покупайте. Погнали сейчас по менюшечке привилегий пройдемся и начнем уже играть. Менюшка VIP, ребят, сможете брать любые пушки, понравится. Здорово, я считаю. К примеру, вот возьмем, давайте, калашик. Далее у нас в менюшке привилегии можем взять дигл еще один. То есть вообще пушки какие только нам понравятся. Далее в менюшке админа это кикнуть, забанить, ударить, убить, команды игрока, сменить карту и голосовать за смену карту. Шапки для админов, получается, камера, интересно, работает или нет, давайте проверим. Кама от третьего лица, вот, ребят, да, смотрите, N7 шапки, Санта, получается, так, шапочки, хоккейная маска. А почему не ставится, ребят, или ставится, я просто не вижу. Так, давайте еще раз попробуем, N7-3, снять шапку, N7-3, давайте, к примеру, пони поставим, попробуем. Ну, не знаю, ребят, что-то у меня не отображается, давайте нормально, вид кам третьего лица, да, ребят, не знаю, что-то не отображается у меня, но, возможно, все будет окей в следующем раунде, возможно, все... да, скорее всего, я помню, в следующем раунде, скорее всего, появится, поэтому как-то так. Минишка супер админа, получается, воскреснуть, сможете взять здоровье себе, скорость, гравитацию, деньги, свечение, ускорение бэхопа, это очень здорово, прям больше, очень-очень много способностей всяких. Так, давайте еще раз включим паки. Так, опа, все вот это берем. Прям вообще у нас скорость такая очень большая. Прям, посмотрите, у нас уже скорость 700, ребят. 750-700, сейчас будем вылетать за пределы карты вообще. Вот так вот, ребят, опа, бэхопим, прям вообще по-жесткому. Вот сюда залетим, давайте, опа, и где мы оказались с вами, я без понятия. Так, спринки на джетпаках летают, мы по ним попасть, как всегда, не можем. Так, это КТшник, Т-шник, я вообще непонятно, ребят, непонятно, что происходит, поэтому давайте будем...
аккуратнее играть. Вот так, ну скорость прям космическая у нас, прям реально очень большая. Опа, вот так, зажимаем, все, одного завалили, отличненько. Так, сможем также здоровье еще взять себе. Вот так вот распрыгиваться, прям вообще шикардос получается. Так, а где у нас, кто нас завалил? Так, мы одни остались, один на один играем. Так, а где у нас, вот, все, вижу его, ребят, вижу, так. Так, сейчас будем пробовать, ребят, попасть. Но я думаю, сложноватенько это будет. Менюшка спонсора, получается, невидимость можем брать на 20 секунд. Далее, менюшка спонсора, где у нас? Менюшка привилегий, менюшка спонсора. Так, невидимость я взял. Так, далее, что еще? Скорость можем брать. Можем брать гравитацию. Можем, ребят, забанить навсегда. И менюшка какая-то. Так, это обычная менюшка получается. Подарить привилегию сможем. То есть вообще очень-очень много разных приколюшек. Так, это кто? А кто нас завалил? Если у нас невидимость есть, ребят, объясните, пожалуйста. Если у нас есть невидимость, кто нас мог завалить? Вот это меня интересует. Так, ну ладно. Берем, как всегда, скорость, ускорение, вся вот эту приколюху. Менюшки владельцы здесь сможете выдавать паутинку, плюс випку и также обычную паутинку. Тоже довольно-таки здорово. И, блин, меня тэшник просто взял и завалил. Окей, давайте, короче, тогда сейчас мы возьмем себе воскресимся, здоровье, так, с маску пони, я надеюсь, она у нас есть, N7. Менюшка випа, взять АВПшку, давайте вот этого паренька завалим, постараемся. Так, опа, вот так, минус дали, все, красивенько. Так, вот еще вижу, там паренек был. Опа, это свой, все, я понял, это КТшник, нам нужно валить с КТшников, ребят. Так, а как он двигается, вот так объясните. Вот, там кто-то еще стоял, нам нужно аккуратнее, ребят, быть. И последняя менюшка, это менюшка звезда сервера. Здесь также невидимость сможем брать, скорость, или я вам это уже показывал, гравитацию. Так, вернуться назад, окейшки, забанить навсегда. Так, и купить привилегии, вот в принципе цены. Поэтому, ребят, все легко, все просто, заходите, играйте, конечно же, кто хочет покупать. Так, а как нам использовать джетпак получается, я вот этого вот не знаю. Так, опа, почему он не работает, ребят, я не знаю. Так, давайте на паутиночке лучше взлетим вот так. На какой-нибудь платформе будем с вами находиться. Вот так побухопим лучше, вот так по-красивому просто. Скорость у нас просто, ребят, уже 2000. Напишите, пожалуйста, в комментариях вашу максимальную скорость, которая у вас когда-либо была. Но у меня лично только что 2000 просто по красоте мы на изи с вами сделали. Вот даже ради прикола давайте попробуем еще быстрее разогнаться. Так, опа, вот так, уже 1300, вот так, ребята. Бэхопим, по красоте, вот так. Ну, короче, вот я думаю, вы понимаете, о чем я, что бэхопить здесь очень прям просто. Так, опа, все, спецназ победил. На изи, ребят, на изи, затащили этот раунд. Кстати, скорость у нас очень-очень большая, N7. Так, с N74 берем здесь скорость, гравитацию, все вот эти вот приколюшки. Так, и нам нужно как-то вот сюда перепрыгнуть, смотрите. Опа, не получилось, к сожалению, нам сюда допрыгнуть, но да ладно. Так, это кто у нас? Где тэшники у нас? Нужно сейчас их завалить будет. Ой, промахнулся, к сожалению. Так, смотрим здесь, ребят. Ух ты, а как мы упали с вами? Как мы с вами упали? Окей. Появились, короче, здесь, сейчас будем смотреть. Тэшников. Так, они на джетпак. Ух ты, кстати, я попал. Найсово. Сколько у него там хп, я не понимаю. Так, давайте прострельчиками. Так, я надеюсь, меня сейчас не завалит, потому что будет обидно будет, братишки. Так, окей. Погнали, короче, вот так вот сюда. Полетаем немножечко здесь. А почему мы не допрыгнули, кстати? Давайте вот так. Опа, вот так. Кстати, на джетпаке очень легко вот так вот играть. Я думаю, вы это сами прекрасно видите. И летать вот так вообще прям изи-изи-пизи. Так, ух ты, вижу паренька. Вижу на прицеле паренька. Минус один, минус два. Минус два, я сказал. Минус два, дайте минус дам, так, блин, завалили, к сожалению. Короче, ребят, реально интересно поиграть, вот так, посерфить, побухопить, можно сказать. Если у вас будет желание, то обязательно заходите, будем вместе с вами играть. Все ссылочки на серверчок будут, как всегда, в описании. Ну, на этой ноте я буду с вами прощаться. Всем спасибо за просмотр, с вами был Рамзи и Сидела. Обязательно ставьте лайкосики, подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик. Пишите свои комментарии, чьи комментарии останутся без ответа и лайка и получат от меня по 100 рублей на Киви, Яндекс или Вмани. Поэтому...
поэтому, братишки, дерзайте. Ну а с вами был Рамзи Сидела, всем хорошего настроения, всем удачи, всем пока. Пока. Tell me that you love